Всем привет, дорогие зрители, с вами Городской Строитель. Меня долгое время не было на канале, потому что я строил ТПУ Нижегородское, и вот, наконец-то, я его достроил и готов вам показать. Начнем мы с благоустройства. Здесь такой парк, деревья, ну не парк, ну как бы площадь небольшая. Здесь можно отдохнуть, посидеть. Здесь московские кольца, их было строить непросто, но тем не менее вы можете наблюдать полученный результат. Также здесь есть бизнес-центр, который в реальности не работает пока еще. Есть жилой дом, вот такой. Троицкая церковь, которая тоже есть в действительности. И торгово-развлекательный центр, город, который тоже есть в действительности. Все это соединяет подземный переход. Вот такой вот. И сейчас мы направляемся к терминалу номер 1. Есть эстакада, кстати, есть такая. Вот он, терминал номер 1. Построил я его, ну, саму конструкцию я построил еще в самом начале, но достраивал я его до самого последнего. Здесь есть амфитеатр, здесь можно вот тоже посидеть, отдохнуть. Здесь, туда мы можем пройти к пригородным электричкам, туда мы можем пройти к метро, и здесь у нас МЦД-1. Здесь торговый центр «Эль Портал», вот такой вот. Угу. Здесь я еще не благоустроил, но как-то так. На самом деле его в реальности еще не построили, я строил по проектам. И вот что получилось. Пункт номер 2 это метро. В общем, здесь такой вестибюль. Здесь можно купить билеты. Турникеты. Ну, давайте в синюю зону зайдем. Спустимся по эскалатору. И вот станция метро Нижегородская. Получилась она у меня довольно реалистично, я считаю. Вы можете написать в комментариях. Также две платформы соединяют здесь переход. Вот такой. Ну и в принципе все. Здесь больше нечего сказать. Так. Давайте я вернусь наверх. Также здесь есть переходы, которые соединяют, ну, скорее, огибают все это. Вот здесь есть такой проход. Вот здесь, который вы уже видели. И здесь проход, через который мы, кстати, можем пройти на железнодорожную платформу Нижегородская. Пункт 3. Да. Это у нас терминал номер 2. Это цокольный зал, то есть подземный. Здесь касса, можете купить билеты. И здесь проход, который еще не открыли в реальной жизни. Так, сейчас. Который соединяет терминал 1 и терминал 2 более удобным, так сказать, способом. Также здесь есть такой, я не знаю, что это, ну, наверное, какой-то эвакуационный выход. Да, кстати, вот терминал 2. Он очень похожим получился. Его было строить, ну, сложнее, чем терминал 1. Это действительно так. Ну, здесь пока ничего нет. Но зато есть цокольный зал. Цокольный этаж, который я уже показал. Итак, да, это выход номер 5, кстати. Павильон, точнее, терминал номер 1, это выход номер 4. Итак. Здесь у нас выход номер 6. Да. Вот такой он. И уже... И дальше сама железнодорожная платформа Нижегородская. Ничего здесь такого удивительного нет. Обычная платформа. Ну, я их копировал, конечно, потому что делать все это вручную, это... Дальше выход номер 7, как раз таки к тем улицам, которые сейчас вообще никак. В общем, на них очень мало жилья. Так.
И то, что у нас осталось, это первый диаметр МЦД-1. Воспользуемся мы вот этим проходом. Здесь написано, что это Нижегородская МЦД-1. Там, кстати, кассы. Есть лифт и эскалатор. Ну, мы по эскалатору поднимемся, потому что это классика. И вот такая железнодорожная платформа. Ой, ну, кстати, да, железнодорожная платформа Нижегородская МЦД-1. Вот. Отсюда, кстати, можно лицезреть торговый центр Эль Портал и терминал номер 1. Типа у Нижегородского. Вот. Также отсюда можно лицезреть Рязанский проспект. И под этой Карачаровским путепроводом, как это называется, находится... Ну, что-то находится. Ну, какой-то ангар, в общем, техническая зона, недоступная для пассажиров. Я также соединил эту МЦД-1 со станцией Лужники. И, да, сделал железнодорожную инфраструктуру. Парк такой есть здесь даже. Поворот. Пересечение с Новохохловской улицей. Дальше поворот, пересечение с Посольской улицей, о которой вы уже знаете, наверное. Еще один поворот и станция Лужники. Ну, в принципе, все. Больше я ничего не сделал. Но,